Еще раз. Лучше делай, Фридрих. Вот сюда ставь. Этот, как его звать? Добивание. Вот так, да. Начал. Бери. Раз, два, ай! Ближе подойди, что ты тянешься? Вот так вот. Я боюсь. Да не надо бояться, потому что когда ты стоишь, видно, что ты не уверена. Я не уверена, потому. А ты будь уверена, двигайся на меня. Раз, эй! Бери, взяла, тяни, выкручивай руку. Не надо ее растягивать, выкручивай. Не тяни ее туда, вот здесь выкрути. Вот здесь выкрути, вот, крути. У меня синяя. И сделай шаг назад. Вот и все. Двумя руками же. Раз, два, опа, болячку, эй, выше надо.
Нету, во, нет, я тебе коленку, во. Вот сюда должна встать. Ай, ай, вот, ай. Вот здесь должна встать. О, вот здесь вот. Еще. Эй. Эй. На меня заходить надо, ты меня тянешь туда, а на меня надо заходить. На меня сразу, как только ушла, раз, опа, вот, вот, вот заход, видишь? А ты сказал ногу убирать, как же я заход? Ну ты же ногу убираешь. Нет, ну смотри, вот разница. Я держи, понимаю. Держи, вот, держи. Вот разница. Вот я зашел, вот я зашел, видишь? Понимаешь? Ты вот так стоишь. Ну ты когда я говорю, да ты меня зайти, ты вот сюда заходишь. Понимаешь разницу? Середину выбери. Вставай. Идет сзади. Все. Не торопись, я тебя еще не взял. Ждите, когда захват произошел. Вот теперь делай. Раз, голову не убрала. Как я должна убирать? Когда толкаешь этот, голову убрала. Вот. Опа, опа, захват, все. И болячка вот здесь вот. Жестче. Остановилась? Покажи ее. Не сделал, очень вяло. Выход должен быть реальный. Ты действительно хочешь выйти. Вот. Эй! Во, хорошо! Второй блок, ты болей! Эй! Вот сейчас сделал хорошо. Видишь? Чего еще? Сейчас вот такое движение. А что там у меня было, когда я... Сейчас вот такое движение. Я буду стараться сделать это самое, сбиваешь руку, делаешь мне, заваришь мне на перебивку. Как я заболела? Вот это. Я это не могу. Ты же делала, мы же отрабатывали. Что там вот делать? Это? Да. Это для меня самое тяжелое. Делай. Вот я делаю, просто сбей мою руку, просто вверх вот так сбей. Раз и делай заход. Опа. Все. Больше ничего не надо. Вот и все. Все равно она идет. Сядь только, ты наклоняешься. Да. Как каракатица. Сядь надо. Садиться надо, попу опускать. Не опускается она. На коленку становись, тогда все получится. На коленку становись. Опа. Вот видишь. Все, покажи удар, добивай. Вот. Еще. Вот. Черти что, Павлович. Потому что... Ты как будто играешь со мной. Ты не играешь со мной. Я понимаю. Знаешь, вот поменяй свои отношения. Нет, у меня нет. Ты не играешь со мной. Ты боли меня. Все получится. Ты вот убираешь руку очень хорошо. Вот, боли. Вот. Не села, поленилась. Я понимаю. Поленилась. Это лень. Это лень, поверь мне. А вот если не поленишься, то все получится. Видишь, я тебе втыкаю ногу в твой я пап. Я знаю, да, почему? А этого не должно быть. Вот почему. Потому что ты на мою ногу. В сторону отойди. Ты садишься на ногу, ты в сторону отойди, чтобы нога в сторону ушла, понимаешь? И у тебя все получится. Давай. Вот. Только не так, ну можно и так поднять. Чего страшного? А просто уронила и все? Это добивали? Ну что ты добиваешь, а не просто меня касаешься? Ну, я просто чекаю. Да, Сережа, запись идет. Хорошо. Ну. Придется вылезать. Второй раз лучше сделал. Второй раз лучше сделал, да? Не, еще рожу сделать. Вот этот сможешь делать? Держи. Вот этот. Раз, два, три. Иди, Фридрих, сюда. Включи. Давай. Давай, выход сюда. Раз, болячку. Ага. Вот болячку. Раз, теперь заход, разворот. Ага. И ложи. Добивание хорошенько. Ты когда делаешь, посмотри, вот держи. Делай. Раз. Видишь, это мое движение, посмотри. Раз, два, три. Окей. Понял, да? Тогда это будет видно, в какие моменты, где ты, как говорится, применяешь чуть-чуть, как говорится, этот самый импульс. А как же? Сядь, не наклоняйся, двигайся. Ну, бери руку, возьми руку крепко, как будто подтягиваешься. Вот, раз. Ну, это не... Ты
Правильно держишь? Вот. Или вот ты должен взять. Да. Вот, да. Раз, опа. Ближе ко мне. На меня заходи. Взял. Во, опа. Развернулся. Резко, нет? Ты уходишь в сторону. Ты должен мне вплотную под меня заходить. Не уходи в сторону. Раз. Два. Вот. Тебе. Еще раз. Раз. Два. Эй! Сюда. Эй! Как ты ноги сможешь делать? Какой? Вот это проход. Вот это я буду делать. Ты проходишь сюда. И сюда не бросаешь, да? Эй! Ну? Все то же самое, то, что я тебе делал. Только вот стоечку по руке подними. Видишь, да? Разверни ручку. Ты же тебе ее уже протолкнуть надо. Разверни. Эй! Голову. Проход больше за меня был. Не за тело тени, за голову тени. Точно. Не хватает. И! О! Вот тебе Бог. Хорошо. Все, делай паузу. Подсечку как я должна делать? Вот так? Вот за подсечку надо, чтобы у меня нога подлетела. Ты же знаешь, что это все. Вот чуть-чуть сначала вытяни, потом рейтинг. Руки не готовы у тебя. Вот. Раз. Оп. Вот эта рука не работает. Тоже ее больше поднять. Эй. Видишь, ты меня наступаешь на меня потихоньку. Потому что вот эта рука вот здесь зажалась. Ее поднять надо. Она тебе не дает пройти, потому что ты ее не поднимаешь. Сделай раз и выше. Мне больно, я не могу. То поднимай ее. Мне больно. Вот. Мне больно. Открой, потому что. Вот, и все будет нормально. Мне больно. Я не могу, мне больно. Только... Вот, все, и ты делаешь нормально. Ты потому что лоб не открываешь, поэтому тебе больно. И все идет нормально. Если ты правильно все открывать будешь, у тебя все... Опа! Не подтекаешь, ты просто передо мной стоишь. Зайди на меня. Представь, что ты меня ложишь и потеки. Во! Вот сейчас подсечь надо было. Очень медленно заходишь на подсечку. Чуть быстрее. Опа! Толкай рукой. Зачем ты ее вытягиваешь на себя? Я не понимаю. Ну, Кать. Вот когда ты заходишь, толкай рукой вот здесь, понимаешь? А ты вот так вот раз и здесь останавливаешься. А мне некуда падать, понимаешь? Потому что ты меня не тянешь. Я не хочу падать. Я понимаю. Давай сделаем другой. Вот я взял захват. Вот такой захват. Ты проходишь сюда под руку. Проходишь под руку. И делай подсечку. Сюда? Подсечку делай. Опа! Ну, все, пускай она стоит. Зачем ты держишь? Ты прошла раз. То есть мне не держать, вот. Мне просто идет. Ты держи руку. Раз, и так, вот. Все, ложи здесь. Тебе не нужна эта рука. Очень медленно проходишь. А эту руку куда ты же держишь? Ну вот, все. Забудь про эту руку, развелись ко мне лицом. Вот. Все, видишь, я сразу отпустил. Все. Только теперь сделано в одно движение. Это не одно движение. Ты как волна идешь. Это должен быть импульс. Я здесь что-нибудь должна делать? Ну, ничего не надо. Ты должна подбить, чтобы под нее пройти. Все. Ну вот я вот. И говорю. Нету подсечки, не тянет рука. Эффекта нету.
понимаю. А ты просто. Я понимаю. Ты первая висишь. Я не могу. Знаешь? Дай движение на бросок. Дай движение на бросок. Вот. Только надо было голову еще вытянуть, и получилось бы нормально. Голову не вытянул. Не вылезла голова. У тебя осталась голова. Хорошо делать голову. Видишь? Да. Ну, сядь, присядь. Не могу. Вот. Не могу. О, смотри, как получилось, отлично. Не могу. Правильно просто делать надо. Ты понял, что я сделал? Я понял. Я вот так сделал. Да это другое, ты не сам, это другое а дело. Ты сам, нет. Мне тебе кажется так. Делай. Вот и все. Это тебе кажется? Ты просто у тебя кажется, что эта рука помогает, она ничего не помогает. Ладно, все.